Амара Лакшери Резорт. Сегодня 25 мая 2023 года. Обзор пляжа. Обзор пляжа начнем с пирса. Сейчас 8 часов 10 минут местного. Впервые за 5 дней нашего пребывания здесь небо с утра чистое. Поэтому, я думаю, народ еще не занимает места рано. Практически на пляже никого нет. Готовность еще отеля не стопроцентная. Вот бар будет на пляже, пока пустой, не готовый. Вот по правую руку нет ни зонтов, ни лежаков. Дальше пирс еще не собран до конца. И за ним пляж, который напротив аквапарка, тоже еще не оборудован. Пустой. Отдельно остановлюсь о входе в море. Вход в море для тех, кто не умеет плавать, с больными ногами, очень тяжелый. Сам пляж песчано-галечный, а вход камни. Вот в прошлом году видео мы смотрели. Говорилось, что ближе к пирсу вход очищен, песок. Но вот смотрите, камни, крупные камни. И так везде. Заходить очень тяжело, даже в обуви. Возможно, в дальнейшем очистит где-то проход. Но на данный момент пока ситуация такая. С этой стороны то же самое. Заход мелкая и средняя галька. Дальше идет крупные валуны. На пляже спасатель. Кабинки для переодевания. Там за кабинкой переодевания поставили буквально вчера холодильники, которые пока еще не наполнены. Но об этом в следующем видео расскажу. Пляжные полотенца можно получить и поменять прямо на пляже. Здесь меняют полотенца с 8 до 12, из 2 до 19. Очень удобно. После пляжа можно поменять полотенце и не сушить его. Пляж довольно чистый. Время уже 8:20, а на пляже практически никого нет. На выходе с пляжа, как всегда,
есть душ. Температура воздуха где-то 24-25 градусов, вода по ощущениям 20-21 градус. Но это из-за погоды, то что погода все 4 дня были дожди, когда кратковременные, когда подольше. По пляжу все.